Всем добро пожаловать на канал Райская усадьба. Сегодня будем производить монтаж теплицы кабелька. Ширина 3 метра, длина 4. Будет ставиться брус 100 на 100. Сейчас будем собирать брус, подкапливать, выравнивать и собирать каркас. Одновременно сейчас вместе с брусом будем собирать торцы. Вот вторая теплица. Как-то давно уже ставили, заказали еще одну. Вторая часть монтажа у нас. Каркас собрали, скрутили, закрепили к брусу, кинули конек. Сейчас будем бросать поликарбонат, прихватывать и прокручивать. Третья часть монтажа у нас закончена. Поликарбонатом обшили, натянули, прокрутили все. Также дверь с форточкой доделали и установили форточный блок с термоприводами. Всем добро пожаловать на канал Райская усадьба. Сегодня производили монтаж теплицы кабелька шириной 3 метра, длиной 4. Присутствует форточный блок с термоприводами. Один торец у нас глухой с форточкой. Форточка откидывается наверх. Другой торец у нас дверь цельная. Каркас изготовлен из профильной трубы 40 на 20 и 20 на 20. Поликарбонат 4-миллиметровый. Везде по низу одета перфолента наклеена и одет профиль. Брус 100 на 100. Также были вбиты кулушки и прикручены к брусу. На этом все. Не забываем подписываться и смотреть новые видео.